Нагрудными знаками МЧС России за заслуги Кузина Юрия Александровича, мэра города Череповца. Министра Российской Федерации, МЧС Российской Федерации Госсанитарного Шашлыкова прибыла для награждения. Название «Лучший дежурный диспетчерская служба Северо-Западного федерального округа» в 2012 году. Признан победителем единой дежурной диспетчерской службы города ЧПС Вологодской области. И наградить кубком, дипломом Северо-Западного регионального центра Зуева Михаила Евгеньевича, директора Центра по защите населения и территории. Дербину Дарью Сергеевну, коменданта 14-й пожарной части 2-го отряда ФПС по Вологодской области. Подполковник внутренней службы Горчаков Андрей Генрихович. Thank you.